Во все времена открытое море в районе мыса Тарханкут славилось суровым нравом. Нередко даже при хорошей погоде здесь неожиданно поднимается ветер и начинается качка. Множество кораблей, не справившись со штормом, с античных времен находили последнее пристанище на дне Черного моря. Не случайно еще в начале нашей эры на мысе Бурь греками была построена башня-маяк, на вершине которой во время шторма зажигали огонь. Федор Ушаков писал в конце 18 века: «Сего утра оказались противу каменного маяка на оном Куте». В 1816 году на Тарханкуте был построен маяк, представляющий собой коническую каменную башню высотой 36 метров. Фонарь маяка в самом начале был деревянным. Тем не менее, свет его был виден с расстояния в 12 миль. Топливом для фонаря служил рыбий жир. В 1862 году, когда судоходство в районе мыса Тарханкут заметно оживилось, на маяке был установлен светооптический препарат первого разряда французской работы из города Парижу. В то время он был самым мощным на всем Черном море. Однако в 1870 году около мыса Бурь затонула императорская яхта «Ливадия». Причиной катастрофы стало выключение маяка на каких-то 10-15 минут. Время, необходимое для снятия нагара с фитилей. Через 11 лет после этой трагедии на маяке была установлена новая лампа, позволяющая снимать нагар, не гася свет. Сегодня луч Тарханкутского маяка пробивает ночную тьму на 17 морских миль, что равно расстоянию более чем в 30 километров.